Итак, всех приветствую. Сегодня новый формат по знакам зодиака. Сегодня будет Овен. Посмотрим разные аспекты вашей жизни, работа, финансы, отношения и совет высших сил. Ничего загадывать не надо, так как вы знаете свой знак зодиака. Итак, начнем. Работа. Финансы. Отношения. И совет высших сил. Начнем с работы. Ситуация в том, что ситуация сложная. Девятка мечей. А выйти вы из нее не можете, потому что страхи. Страхи плюс неверие в то, что вы можете получить выжимки из того, чем вы занимаетесь. Либо вообще сейчас не занимаетесь и не верите в то, что к вам могут прийти какие-то идеи просто лежа на кровати, да? Но это такое, это не всем. Здесь есть какой-то самообман. Веет страхом по поводу, если вы куда-то пойдете в новую работу, либо в старую работу, то вас нагонит как будто такая вот... ощущение, ну, по заслугам вас накажут. Не знаю, куда вы там влезли. Что-то странное. Еще что тут с работой связано? Вам придется идти туда, куда вы не хотите идти. Для того, чтобы выйти из этого сложного состояния, вам придется идти. Но вы сами оттягиваете этот момент. Даже повешенный показывает, поэтому сами оттягиваете. Ладно. Финансы. Что у вас здесь? Основная ситуация. Двойка мечей. Вы чего-то не видите. Может, как раз вот этого не видите, о чем я читала. Что дальше? Вы не видите... Здесь связана, кстати, энергия. Вы не видите то, что вы можете договориться. Вы можете полюбовно решить. Но при этом вам нужно вести себя достаточно не просто сдержанно, а как будто вас покорили, вас приручили и... вот все, что скажете, все сделаю, либо как хотите, так и наказывайте. Но для вас это достаточно страшно. Вы, вероятнее всего, привыкли вести себя очень агрессивно относительно финансов. Вам нужно отдать бразды правления другому человеку по поводу решения финансовых вопросов. Кому-то это... это конкретно относительно женщины. Либо признаться своей женщине, что у вас проблемы с деньгами. И если она может, то пускай поможет. Либо понять, что она сама может решить эти вопросы с деньгами. Не так быстро, как хотелось бы, но она может. У нее есть такие силы. Но дайте ей время не то чтобы перестрадать, а... осознать. На это надо время осознать, что ее мужчина не смог то ли вытащить все, то ли потянуть это все. Ну, я думаю, вы поняли, что здесь. Хорошо. Уберем, а то мешает. Хорошо. Теперь о
отношения по-новому, что-то нужно строить по-новому. У вас такой интересный расклад, все взаимосвязано. Здесь работа связана с финансами. В финансах сложились моменты по поводу женщины. И вот выход опять в женщину, естественно, потому что отношения. Вам нужно по-новому себя преподнести. Не таким жестким и волевым человеком, а вот показать, что вы иногда бываете мягким, растерянным. И достаточно не знающим, что делать, куда идти, как все это решить. Вам нужно обрубить моменты старого поведения. Они уже не работают в отношениях. Не показывайте себя чрезмерно сильным человеком. Сейчас не то время, чтобы быть таковым и транслировать это. Суд, мир, тройка мечей. Вы, конечно, боитесь, что может все прекратиться, отношения, и вас могут не так понять. Это может быть, но если только вы будете настолько сильно в это верить, что отношения прекратятся, тогда они прекратятся. Если вы покаетесь, так сказать, преподнесете себя на блюдечке с золотой каемочкой и типа судите меня, я на все готов или готова, вот тогда что-то хорошее может произойти. Да, интересно. Хорошо. Совет от высших сил. Идти куда? По направлению куда? Да, так двигаться-то. Смотрите, как легли карты. Интеграция здесь для меня как трансформация. Здесь выход в совершенно новые аспекты вашей жизни. Это прошлое. То, чем вы занимались, то, когда вы транслировали себя сильным человеком, а по факту таким не являлись и просто внутри страдали от этого. Вам отсюда нужно уйти и прийти вот сюда. Вам тут конкретно расписали, как действовать. Ну, вам, конечно же, решать, действовать так или нет. Но, вероятнее всего, вы уже настроены на вот эти вот действия к изменениям. Главное, чтобы вы, извините, не зассали. Так, а на этом все. Если вам было интересно, познавательно, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. По-моему, комментарии под видео и в описании под видео будет ссылка на мой инстаграм. Там тоже бывают всякие плюшечки, интересные моменты. Подписывайтесь. А на этом все. Пока-пока.